Всем привет! Сегодня у нас будет на ужин рыба под овощами, ну или под маринадом. У меня рыба судак, но можно приготовить из любой рыбы. Особенно это блюдо выручает, когда рыба суховатая, такая как щука или минтай. Ну или как в данном рецепте судак. При таком способе приготовления рыба получается очень-очень сочной. Рыбу посолила, поперчила, можно добавить приправу для рыбы. Пока рыба просаливается, обжарим овощи, лук с морковкой. Маринад овощной готов. Теперь займемся рыбой. Обжариваем ее с обеих сторон до полной готовности. Затем перекладываю в другую емкость, сковородку высокую, в казан или в кастрюлю с толстым дном, всю рыбу. Вот так вот она у нас получилась, лежит на донышке. Теперь укладываем нашу овощную смесь, морковку с луком, поверх этой рыбы. Распределяем ровным слоем. Такую рыбку можно приготовить и к праздничному столу. Она очень вкусно сочетается с любым гарниром. И кушать ее можно как горячую, так и холодную. Если рыбы много, то еще даже вкуснее, когда она уложена слоями. Слой рыбы, слой маринада и так далее. Самое главное, чтобы верхний слой у нас был именно маринад. Чтобы у нас была рыба под маринадом. А еще мне нравится, чем этот рецепт, что можно все приготовить заранее. Обжарить рыбку, обжарить овощи. И придя, например, с работы, достать с холодильника, все это закинуть в сковородку или в кастрюльку и потушить. Все, ужин наш готов. Останется приготовить только гарнир. Ну а пока готовим дальше. Добавим лаврушку. Рыба к тушению готова. Осталось сделать сметанную заливку. Здесь у меня чуть больше полстакана сметаны. Добавила водички, соль, зелень, укроп у меня. Соль адыгейскую добавила. Выливаем сметанный соус поверх овощей. Если покажется соуса маловато, вот этого сметанного, можно еще сделать. Он быстро готовится. Ну вот, мне тут площадь большая, и получилось как-то вот его, мне кажется, будет маловато. Я, наверное, сейчас еще сделаю. В общем, вот так получилось. Видите, как бы немножечко она так... побольше сделала. Я еще приготовила сметану этот соус и еще добавила сюда. Зажигаем газ, закрываем крышкой и тушим. Как только начнет булькать, ставим на медленный огонь. У нас закипело уже. Посмотрим. Вот, смотрите, как морковочка такой цвет дала красивый. Вот так немножко польем. Все, я газ сделала поменьше. И теперь пусть тушится где-то минут 15. Чтобы у нас рыба впитала соус и вкус морковки с луком. Ужин наш готов. На гарнир я отварила обычную картошечку, порезала вот так вот ее. Я думаю, сюда подойдет любой гарнир. И крупы, и макароны. Пюре будет хорошо сюда. Вот такая вот у нас рыбка получилась. Очень даже нежненькая, сочная. Вот оно видно. Вкусно.